Ребят, а я вам хочу еще показать еще одни бусы, еще одни четки. Да, это мужские четки, и они сделаны из черного агата и из солнечного камня. Я сейчас расскажу, что значит что. Ну, черный агат, вы все, наверное, знаете, это связь, тесная связь с различными мирами. И эти четки для мужчины, у которого достаточно много мудрости, но он думает, что он не может воспринимать другие миры, что он их не чувствует. Хотя сам находится единовременно во всем. И для него, да, это получается такой вот замкнутый круг, что он вроде бы все понимает головой, а прочувствовать вроде бы не может. И как раз вот этот черный агат – это та его чувствительность, которая будет. И черный агат, чтобы не резко был переход, не резкое осознание того, где я есть. Есть вот такой вот солнечный камень. Солнечный камень – это радость. Это радость и вдохновение. Радость и вдохновение чего? Других миров. И здесь вот такие вот капсулы. Капсулы змеиного пространства. Что такое змея? Змея – это начало конца, конец начала, уроборос. Когда нет ничего постоянного, когда нет ничего конечного, когда нет ничего начального. И да, конечно же, это с тем, что у нас есть. То есть это вот это вот закапсулированное знание, которое приходит к каждому, тому, кто идет вперед к мирам тем, которые есть в его видении, которые есть в его голове, которые есть в его сознании, в которых он позволяет себе быть. Вот такие вот великолепные четки, очень мощные, очень сильные, с огромной мудростью для очень мудрого мужчины. Черный агат и солнечный камень.